В Губкинском отметили Общероссийский день библиотек. Официально этот праздник был учрежден указом президента Российской Федерации 24 года назад в честь открытия в 1795-м первой государственной общедоступной библиотеки России. В Губкинском торжественное мероприятие в честь праздника состоялось в актовом зале детской библиотеки. Почетным гостем стал депутат Законодательного собрания Ямала Виктор Казарин. Он отметил, что невзирая на стремительное развитие информационных технологий и интернета в частности, именно с библиотек начинается приобщение к культуре, ведь через книги люди впитывают традиции своей страны. С открытым сердцем, с глубоким уважением сегодня поздравляю и коллективы наших библиотек, и, конечно же, сторонников ваших поклонников. А их я знаю, что очень-очень много людей, которые сегодня не мыслят себя без вашего участия, организационного начала, без площадок, которые вы предоставляете для разных мероприятий. К поздравлениям присоединилась начальник управления культуры Лариса Бутенко. Она отметила, что с каждым годом растет количество мероприятий, которые проводит централизованная библиотечная система. Так, в этом году их по плану более 1000. Это программы самой разной направленности для детей и взрослых. Также Лариса Бутенко напомнила, что в скором времени центральную библиотеку ждут большие перемены. В этом году у нас будет капитальный ремонт центральной библиотеки. И, конечно, все библиотечное сообщество очень поработало для того, чтобы, помимо того, что центральная библиотека будет капитально отремонтирована, она будет просто изменена, просто будет вся модернизирована, она будет абсолютно другой. В честь профессионального праздника лучшим работникам библиотечной системы и активным читателям вручили награды.